Вау, я только что зашла. Обалдеть! Мы в Монако! Ну что, всем привет! Я просто не могу в это поверить! Прилетели в Одессу, там обокаемся хорошо. Ну что, мы здесь в Одессе, кстати, больше. Ну, серьезно, правда. Да. Ты назад-то беги. Не сильно так. Ну что, приветик, я готова к ужину, Монако прекрасная погода, и только вечером я могу надеть свитер потеплее, ну, относительно, да. И мы с девчонками сегодня приходили в себя после перелета, поэтому мы особо ничего не снимали, мы очень соскучились друг по другу, поэтому общались, и очень жаль, что мы не полная такой бьюти-банда, и наконец-то прилетела Вика из Германии, и вскоре покажу вам всех наших девчонок, я очень рада увидеться, и мы потом с вами чуть посекретничаем по поводу того, кто с кем общается, а сейчас я уже опаздываю, беру с собой камеру, и завтра будет более такой насыщенный день, я буду больше снимать, и нарисовала себе новое лицо практически, а то я с 3 часов ночи, не сплю, ночи или утра, как это сказать, не сплю, но это абсолютно не важно, потому что когда у тебя есть возможность путешествовать, то это все, знаете, отходит на второй план, и ты просто кайфуешь, наслаждаешься людьми, окружением, впитываешь вот эту всю эстетику. Это, конечно, кайф чистой воды. Такой наряд я выбрала на сегодня. Я стесняюсь попросить кого-то, чтобы меня поснимали. Свитер, который вы все уже знаете. Черные килоты, ботинки, чулки и такая сумочка, которая как бы сделана из бисера. Пойдем? Yes, it's like all the links, all the description of the video, all the things I mentioned in this video, everything. Like all the answers to all the questions. And I mean, I'm sure they have so many questions to ask you. Like, what are you wearing? Where did you buy this and that? And сейчас мы прям пешочком прогулялись к офису Айзенберг, и я слышала о том и читала о том, что создатель и, собственно говоря, хозяин компании, это очень творческая личность, он вплотную связан с некоторыми художниками, я чуть позже вам все расскажу, и это очень вдохновляющее место, и сейчас у нас будет презентация новых ароматов, и знаете, что тема парфюмерии мне интересна, но я абсолютный любитель, я не знаток этого всего, поэтому с удовольствием как губка впитываю всю информацию, и мне очень приятно, что вы потом с удовольствием смотрите на какие-то мои видео, где я прям ассоциациями рассказываю о том, чем мне нравится аромат, с чем бы я его носила, каким образом я бы это все подбирала, так что когда копаешь чуть глубже, это всегда, вы знаете, дает больше информации и больше каких-то знаний. И здесь в офисе есть разные арт-объекты. Очень хочется, чтобы о них нам тоже рассказали, потому что это все оригиналы, насколько я понимаю. И видно, что это не просто какие-то плакаты, а это чьи-то творения. И всегда, когда ты находишься чуть ближе к чему-то прекрасному, ты наполняешься. Это очень важно. И, честно говоря, не помню, когда я была в каком-то музее вот такого плана, да? Поэтому это как, знаете, и для души полезно, и в качестве информационного какого-то источника, конечно же, тоже плюс. А на самом деле господин Жозе Айзенберг и его сын Эдмо Айзенберг, они невероятные перфекционисты, абсолютные перфекционисты. Плюс ко всему они гениальные креаторы, которые стараются совмещать разные виды, разные типы искусства. Поэтому, например, вы могли обратить внимание, что прогулявшись по нашему балкону, вы видите красивые статуи, фигуры балерин.
и в том числе более классического жанра, и в том числе, заходя в этот офис, здесь уже вы наблюдаете как раз-таки стиль модерн. Поэтому у них получается уникально совмещать разную стилистику и добиваться невероятных результатов. O-Fresh, начнем с O-Fresh. Нужно сказать, что O-Fresh – это свежий, очень терпкий, чувственный аромат. Ну, больше это, конечно же, свежее семейство парфюмерии, которое выражается в данном парфюме. Я сейчас вам даю зерна красного перца, и, пожалуйста, не бойтесь, вы можете его даже раскусить и пожевать, потому что он тогда раскроет именно свое более яркое, насыщенное, густое звучание. Он ни в коем случае не будет обжигать ваши губы или полость вашего рта, но поможет также больше ощутить его звучание. Нужно отметить, что именно красный перец, он также занимает особенное место в пирамиде для, например, аромата O-Fresh для женщин и аромата O-Fresh для мужчин, она идентична. Но баланс звучания каждой ноты, он абсолютно... For example, there is a modern freshness, very, very elegant, who you can wear just to turn the head of all the ladies, if it's the man version, and to seduct with freshness, if you are a woman. И это тот аромат, с которым можно поиграть, раскрываясь, он также нам передает терпкое звучание. Джинджер. Женский и мужской. Сейчас будем тестировать. Слушай. Дэн. Есть разница? Женский? Вот это женский. Да? Да. Вот это женский. Но опять же напомню, дорогие гости, что ароматы создаются в одной альфактивной пирамиде. Но как раз-таки концентрация и микс входящих в состав нот делают ароматы между собой немного отличными. Поэтому звучание тоже... Я видела, многие из вас трогали данные зерна. Вы знаете, что это такое? This is a very, very precious ingredient. Это очень дорогостоящий, драгоценный ингредиент. Тонкобин. Тонкобин. Бобы тонкан. Тонкобин is very, very expensive. One of these costs 1.80 euro. Это очень дорогостоящий ингредиент. К примеру, одно зерно бобов тонка стоит, если я правильно поняла, 1 евро 99 центов. Вот, как я и предполагала, это все оригиналы. И то, что я ожидала увидеть, это оригиналы полотен, изображения которых можно увидеть на упаковках парфюмерии Айзенберг. Если посмотреть на них, да, то увидим, что на каждом полотне изображен флакон. Вот, и каждое полотно олицетворяет вообще то настроение, передает настроение самого аромата. То есть, видите, это такая игра женщины и мужчины. Это все о страсти, это все о эмоциях. Очень интересно. Теперь я понимаю, что парфюмерия меня завлекает еще больше. Жозе Айзенберг, он коллекционер, и вот сейчас в офисе, как видите, очень много разных полотен, но дома у него еще больше. Вот сейчас специально пойду и посмотрю, какой же это аромат, потому что кажется, что он такой очень сильный, женственный. Ну, то, что я могу сказать, да, о картине, и что вот эта женщина практически управляет мужчиной, она его соблазнила, она его захватила полностью. И давайте посмотрим, что за аромат. Я нашла аромат, он называется So French, и с этим ароматом связана очень интересная история. Дело в том, что Жозе Айзенберг вдохновился на него, вспоминая свою молодость, когда он был таким искусителем женских сердец. Вот, можно додуматься, что это как бы он молодости. Кстати, на полотне изображено место, где он жил в своей молодости. Это была небольшая квартира под крышей в Париже. И вот эта женщина олицетворяет своеобразный парижский шик. И с этим ароматом, собственно говоря, то же самое. Его сразу не прочувствуешь, не поймешь. И вот кажется, нет ничего особенного такого, вот, знаете, в стиле француженок. Тебе всегда нужно время для того, чтобы раскусить его. И вот этот аромат сразу может показаться слишком агрессивным, потому что здесь и кожа, и цветы. И вот этот аромат нужно поносить и понять. Вот. И это так,
твое или не твое. И это, кстати, самый интенсивный, концентрированный аромат вот этой коллекции Айзенберг. Первой части нам предлагали понюхать, чтобы тонко. А теперь мы будем есть в шоколаде. И вот эта фиалка в сахаре. И можно ее как шампанское, мы пока что не пили. Сейчас настроение не попробуем. Ну как? Did you like the chocolate with just one bean? Нет, я вообще не чувствую. Но странное ощущение, как будто бы я что-то парфюмированное. Попробуем еще. Как вам шоколад? All use Instagram, so you're using fast information, and people are always judging others very quickly. And everything you do is so instantaneous. So if you don't stick to being different, I mean, each one of you, if you weren't so different, and if you didn't believe in what you would be doing, you wouldn't be successful at what you're doing. I mean, you guys speak to millions of people, you have hundreds of thousands of followers, you're very different. And if you wanted to stay common, you wouldn't be so successful. So I very much believe that you have to always stick to your values, to your ethics, mm-hmm. to being moral, to being respectful. You cannot expect to be respected if you don't respect others first. So always be first respectful, but be your own person, have a different personality. So coming back to your question, being determined, I was always very determined to be myself and to be different and to do what I believe great things. I want to do great things, so yes. Merci. You are giving the hope, it's the opposite. This is beautiful, this is human, extraordinary human. This is nice, this is like drinking the champagne. You see what you are doing. Small because it gives a reason to people. It's exceptional moments. Mm-hmm. We are not with you every day, unfortunately. So it's so, this is a beautiful moment. This is an idyllic moment. An idyllic moment. We are living an idyllic moment now. We heard that there are ingredients that perhaps I'm not sure for the healthy. For the health of the human being. So already we are working on the same perfume, which will change totally. And I don't care. Because we don't want to have inside the perfume some ingredients that perhaps, not sure, perhaps are unhealthy. Девчонки, я сейчас собираюсь на вечеринку, которая пройдет в Будда-баре. И этот пресс-тур какой-то, знаете, по-настоящему особенный. Я это говорю не потому, что мне хочется кому-то подлизаться, а хочется немножко с вами поделиться. Я буду подкрашиваться. Мне хочется оставить такой макияж, какой я нанесла на себя с самого утра. Значит, почему особенный? Во-первых, душевно. Во-вторых, такая вот, знаете, твоя компания, и для полноты картины не хватает только Жени Гейн и Ани Мессанж. Так сложились обстоятельства, что девчонки не смогли поехать. И мы с девчонками все никак не можем наговориться, и так происходит каждый раз, когда мы встречаемся, мы просто общаемся, общаемся, мы забываем включать камеру. Есть моменты, которые хочется также оставить вне камеры. Я уверена, что те девочки, кто сейчас вот смотрит это видео, там, Лена, одна Вика, вторая Вика, мы просто вот, они сидят и кивают, мы вот общаемся, да, уже выходим из лифта там или стоим, открыли уже дверь в одну, во вторую комнату, и так, ну сейчас, сейчас, ну короче, если что, ты заходи, и вот очень круто, когда бренды подбирают таких людей, которые близки по духу, и я раньше об этом не задумывалась, что ну, есть какое-то предложение, да, поездки, и бренд тебе интересен, и как бы есть возможность поехать, потому что по семейным обстоятельствам тоже не всегда можешь. И я никогда не спрашивала, кто едет, а это настолько важно. У нас с Женей Гейн так было. Вот ты встречаешься в реальной жизни, а человек оказывается еще лучше, еще приятнее. Викуся, кошка, ну это просто, это кошечка, это милашечка, Лена очень душевная, мы с ней вообще на одной волне, у нас и идеи по развитию там всего остального, Лена, да, очень похожи. Дело не в том, что кто-то повторяет друг за другом, а просто вот, знаете, один флоу. Вика из Германии, это вообще просто настолько скромная девушка. Вот с ее красотой просто нужно открывать дверь ногами. Я думаю, что вы тоже со мной согласитесь.
и я должна была подкрашиваться, да. На презентации, ну, у нас было знакомство с господином Жозе Айзенбергом, хотя он говорил, что его можно называть просто Жозе. Блин, девчонки, я это запишу потом отдельный момент, где я поделюсь с вами своими впечатлениями, хотя, может, нужно сейчас это сделать, когда вот на эмоциях, знаете. И, конечно, когда ты узнаешь о том, что находится внутри самого бренда, кто стоит за созданием, чем он руководствуется, что его вдохновляет, это круто. Девчонки сидели и просто плакали на презентации. Не на презентации, это просто, знаете, было такое более близкое знакомство с брендом, и ты видишь, что внутри такая гармония, что у них очень дружеская атмосфера, что они, вот знаете, не fast бренд, да, не что-то, что очень быстро, точнее, не та компания, которая очень быстро все производит и выпускает на рынок, а они долго думают над тем, стоит, не стоит, очень долго тестируют, они выбирают все самое лучшее, они не спешат, они с таким умом и с таким, вот знаете, с такой страстью подходят к тому, что они создают, это просто фантастика. Мне кажется, что уже такого просто нет, или это не настолько большие бренды, а когда бренд разрастается до такого мирового масштаба, очень сложно сохранить вот эту душевность и вот эту настоящесть, что ли, и когда нет ничего, к чему ты можешь прицепиться, и когда ты вот настолько проникаешься тем, что делают люди, это просто, знаете, мы прощались, нас расцеловали, нас настолько, вот знаете, тепло и по-настоящему, вот именно по-настоящему приняли, что мне даже очень сложно в это поверить, потому что обычно тебе что-то там рассказывают, как бы это все классно, но ты чувствуешь, что вот этот маркетинг ради маркетинга. А здесь вот, нам никто не говорил, что мы такие классные, потому что это просто были такие разговоры, вот знаете, как со старыми друзьями, это так круто. Нам подарили, кстати, шарфы, которые сделаны вручную из настоящего шелка, натурального шелка, и Викуся, окошечко, завязала мне вот так у Лены во влоге, можете посмотреть мастер-класс. И Вика, кстати, подарила мне тинт, которую она создавала совместно с Beauty Drugs. Я ее просила, чтобы она привезла мне. Но, по-моему, Викуся не прочитала мое сообщение, но зато она прочитала мои мысли и привезла мне тинт. Он настолько красивый, что я сейчас им подкрашусь и немножечко... Я надеюсь, что, блин, есть фокус, потому что эта камера что-то так немножко меня подводит в последнее время. Вот. Я сейчас подкрашу веки. Мы идем в Будда-бар на тусовку. И у нас тусовка, ну, я сейчас как бы немножко утрирую, ну, вот эти вот все посиделки проходят в такой теплой атмосфере, то есть мы не можем наболтаться, у нас не хватает времени все обсудить, а время летит так быстро, что ты так, вот, знаете, смотришь на часы, что, уже час прошел, мы сегодня так заболтались, что даже не успели на экскурсию по Монако, поэтому завтра начинаем раньше, и надеюсь, что получится вернуться домой в какое-то нормальное время, чтобы завтра проснуться и выглядеть, ну, хотя бы как человек. Потому что такие поездки очень классные, но всегда настолько насыщенный график, что ты вообще не знаешь, что происходит. Видите, я тушу все пальцем. И это настолько приятная текстура, несушащая. И цвет все растягивается, растягивается, по-моему, я даже больше нанесла, но для вечернего макияжа вообще огонь. Ой, девчонки, блогинг — это такое дело, где очень много фейка. Вот мы вчера общались, я не хочу как бы называть имена, не с нашими девчонками, мы же тут и с инстаблогерами, в инстамире вообще все по-другому, не вообще все, но я немножко не понимаю, почему бренды, вот меня наверняка смотрят блогеры, которые только начинают, которых не пускает алгоритм, да, очень много есть классных девчонок, которые сейчас не могут развиться и распустить крылья только из-за каких-то дурацких там настроек каналов или инстаграма или еще чего-то. Я не успеваю за этим всем следить, просто я начинала раньше, и мне, наверное, было проще, так же, как и другим девчонкам с моих времен, и кто еще раньше начал вести свой канал. Так вот, я к тому, что сейчас очень часто пиарщики смотрят только на
количество подписчиков, а количество еще не значит качество, потому что сейчас можно все купить, и меня вот реально очень сильно напрягает то, что, по-моему, ко мне идет Вика. Проходи. Нет. Проходи мой влог. Добро пожаловать в мой влог. Да. Я хотела у тебя спросить плоечку. Плойка, по-моему, нагрелась, и она при входе. А, Вика, ты хочешь... Привет, у меня идет камера. Вика в трениках. Всем привет. Все по-настоящему. Да, вообще. Я тут рассказываю о том, что сейчас пиарщики вообще не обращают внимания на качество, а часто на количество. Это то, о чем мы вчера разговаривали. У меня тут немножко срач, все эти мочару. Все по-настоящему. Real life. Это прям, правда, да. И говорят, что типа вот... А главное, чтобы было там, был миллион подписчиков, и неважно, это будут какие-то фейковые люди или это по-настоящему. По-моему, у меня такое белое лицо, я как-то как думаю. Нет, хорошо. Да. Короче говоря, не знаю, говорю, что у нас очень классная команда в этот раз, компания, это очень важно во всяких таких поездках, да, потому что это точно. Вот так расслабленная атмосфера очень. Когда, и... да, действительно можешь себя вести так, как ты себя ведешь, и не нужно там что-то, чего-то... стесняться, просто как со своими людьми. Да, просто. И нет такого, что ты там что-то скрываешь, типа, что сказать, а что не сказать в присутствии кого-то. Ты накрасилась уже? Mm-hmm. Потом? Да. Я хотела что-то с волосами сделать, но я думала их либо собрать, либо распустить. Я уже минут 40 не могу вытянуть волосы. Короче, забирай плойку. Или ты будешь крутиться, или ты будешь... Нет, я, наверное, вытягивать буду. Все-таки это как-то быстрее. А давай тогда, наверное, 3 свои волосины вытяну побыстрее, потому что у тебя 5 раз больше волос. Ну, я их как бы не буду тогда сканально. Мне вот хотя бы вот эту часть, как бы. Да? Ну, давай тогда я побыстречку это сделаю. Давай. Чао, какао, увидимся чуть позже. Сегодня на пресс-конференции нам представляли новый аромат, который называется Back to Paris. Вы знаете, насколько сильно я люблю Париж, но ароматы — это дело такое. Но как только я вдохнула вот этот аромат, я сразу же написала Наташе из Айзенберг, что, пожалуйста, Наташа, мне нужен этот аромат. И даже если у меня его не было бы, я бы пошла и купила, что я иногда, собственно говоря, делаю, что касается продукции Айзенберг. И, девчонки, видите, какая иллюстрация. И здесь также есть книжечка, где есть все иллюстрации, описания. Это очень прикольно. Так элегантно и тонко. И все, вот знаете, до таких мельчайших деталей. Этот аромат как раз бобами тонко, которые привлекли мое внимание. И я первая отыскала их и почувствовала этот аромат. Говорю, боже, это так интересно. И вот здесь есть небольшое количество, но все-таки есть бобов тонко. И сегодня этот аромат дополнит мой образ. Сейчас покажусь вам. Я снова вся в черном. Если вы спросите меня, почему, но это нет никакой причины, а возможно есть, не знаю, мне в последнее время нравится этот цвет. Я надела смокинг, который я обожаю, вообще костюмы в последнее время — это какая-то тема для меня, это так удобно, и мне в них комфортнее всего. И также серьги с прошлого года. Я их покупала в Заре. Сумочка у меня тоже из Зары. Топ, я даже не помню откуда. Но ему уже несколько лет так точно. Наверное, мне просто хочется какой-то строгости, жесткости, маскулинности. Ну, в этот раз вот как-то так, в эти дни. И лодочки замшевые. Я готова. Ужин у нас в шикарном месте, это Будда-бар. Кстати, мы были в Будда-баре в Киеве, и я не могу сказать, что там было самое вкусное суши в мире. Харизматичный Жан-Люк. Подписчики, я редко говорю. На самом деле считаю, что если у вас там типа полминуты вместе в чем-то влоге, значит вы вообще не общаетесь, вы друг друга не любите, и там, ты мне больше не дружок. Не отмеряется минутами. А это не так. На самом деле самое интересное в
всегда происходит за кадром. Да. Всегда. За камеру невозможно так поставить. И когда ты получаешь камеру, то в принципе создается впечатление, которое не всегда является правдивым. Да. А теперь на Викусе еще развернитесь, чтобы видели, что она тоже так. Простите, надо камеру каким-то широким объективом. И на Вику. Доброе-доброе утро. Ой, даже через окно слышно море. Ура! Наконец-то мы на свободе! Ничего не слышно! Ну и ладно.